18-летний исландец Ори Оскарсон оформил первый хет-трик за Копенгаген. Пострадали его соотечественники из Исландии, команда Брейдаблик. И это были не просто соотечественники. Тренер Брейдаблика – отец Ори Оскарсона, Оскар Торвальдсон. Именно Торвальдсон запустил профессиональную карьеру Ори. В 2018 году он тренировал исландскую Гротту из третьей лиги и подтянул к основе 13-летнего сына. Парень вышел на замену, сходу оформил дубль против мужиков и заявил о себе. В 16 Ори уехал в Академию Копенгагена и вот теперь встретился с отцом в Лиге Чемпионов и хет-триком выбил его команду из квалификации. И теперь только можно представить себе смешанные чувства Торвальдсона. С одной стороны, его команда вылетела из Лиги Чемпионов, с другой стороны, сын, сделавший хет-трик, благодаря которому его команда прошла в следующий раунд.